Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня у нас приложение, которое поможет вам установить любое выбранное вами видео на звонок определенного контакта. То есть при звонке у вас будет открываться не обычная фотография, а будет проигрываться видео. Программа называется Video Caller ID, и сейчас мы перейдем к этой программке и посмотрим, что она нам предлагает. У меня установлена бесплатная версия, сейчас переходим в саму программу. При первом запуске вам необходимо будет все, что сделать, это добавить контакты, для которого вы хотите выбрать и установить видео, и после чего выбрать видео. То есть вы добавили контакт, после чего зажимаете контакт, для которого вы добавили видео, и здесь вы уже можете изменить, выбрать видеофайл, создать видео с камеры, выбрать фото и сделать предварительный просмотр. Но нас будут интересовать дополнительные опции. Сейчас мы сюда переходим и посмотрим, что он нам предлагает. Я выбрал видео такую вот свою заставочку, чтобы у меня не возникло никаких проблем с YouTube. И теперь посмотрим. Ползунком вы будете регулировать место, с которого начнется воспроизведение. То есть, если длинное видео, вы сможете отрегулировать и выбрать нужный вам участок. Коэффициент масштабирования – увеличить или уменьшить данное видео. То есть, если повезете ползуночек, видео будет увеличено, и то есть оно будет растянуто. Если у вас, допустим, маленький ролик, это тоже поможет. Ну, в моем случае я оставлю все как есть, поставим на единичку. После каждого применения изменений необходимо нажать ОК. И сразу же отсюда можно будет посмотреть, как все это дело выглядит. Вот так выглядит на данном этапе. Мы сейчас звоночек сбросим и продолжим рассматривать, что нам предлагает данная программа. Второе, это звук. Отключить звук. То есть вы можете отключить звук стандартного рингтона и будет проигрываться звук из видео. Если эту галочку снять, будет звук вашего стандартного рингтона. Отключить звук у видео, понятно. Увеличить громкость видео, произносить имя. Здесь можно будет задать имя, и имя контакта будет воспроизводиться. Далее стиль. Здесь можно настроить окно входящего вызова. То есть это полноэкранный снизу. Здесь есть некоторые варианты. Сейчас мы не будем переходить. То есть все абсолютно настраиваемо и предлагает все возможные варианты. Я лишь ознакомлю вас с подпунктами меню, а вы уже на свой выбор установите и просмотрите. После каждого изменения достаточно будет нажать на звоночек, вернее на пиктограммку звонка, и вы посмотрите, как на данном этапе выглядит ваш входящий вызов. То есть отображать номер телефона, способ ответа, слайдер или там другие варианты, круглые кнопки, слайдер, тач-панель, только жест. В общем, настроек, как вы видите, огромное количество. Есть возможность выбирать цвет фона, цвет текста, скрыть строку состояния, скрыть панель навигации, то есть видео будет во весь экран. Вот такая вот, на мой взгляд, интересная программа, которая поможет вам не только установить видео на звонок, а помимо всего еще и задать параметры для данного видео. Сейчас мы скроем номер телефона и посмотрим, что у нас поменялось. Вот видите, что теперь не указан номер телефона, слайдеры мы оставляли. Программа, как я уже сказал, ну, у меня не вызвала никаких нареканий, довольно-таки интересная. Звонок проходит без вызова вашей звонилки, то есть сразу открывается, по крайней мере это у меня так получилось, сразу открывается диалер этой программы. То есть у вас поступил звонок, не выскакивает стандартная звонилка, а сразу же отсюда можно настроить. Еще раз повторюсь, что я не буду уделять настройкам особое внимание, чтобы не затягивать видео. Все абсолютно настраиваемо. После того, как вы приняли какие-то изменения, можно добавить следующий контакт и поставить видео на вызов для следующего контакта. Вот такая вот, на мой взгляд, интересная программа, которая поможет вам установить видео, ну, скажем так, сделать видео рингтон. А я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!